Итак, все уже подготовил. Значит, на сегодня выбрал 4 сорта. Узнал, что, оказывается, самый популярный горох и семена подсолнечника. Их надо будет замочить на 12 часов, так как завтра работаю. В общем, у меня есть основная работа, да. Завтра с утра постараюсь это все замочить в водичке, а вечером посадить. Значит, на сегодня выбрал 4 сорта. Это дайкон, редис, капуста, кальраби и крест-салат. Вот, 4 емкости с водичкой. Все, у нас тут джут, на чем высаживается натуральный продукт, кстати. Вот, воду приготовил. Сейчас делаю ускоренную съемку для того, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Ребятки, 4 вида посажено, теперь осталось прибрать стол. В это время, пока садил семена, успел приготовить покушать. Вот такой я молодец. Поэтому совсем скоро, через день-два, увидим, как у нас взойдут семена. Я думаю, это будет уже маленькая победа, маленькая радость. Ну и в течение там, 10 дней до 14-15 уже будут готовы для употребления. Поэтому ждем, через пару дней встретимся, покажу, как взошли, не взошли, как идет весь процесс, ну и постепенно, помаленечку буду выходить на связь. Примерно дней за 3-5 дней до созревания уже, то есть до готовности к продаже, просто выложу объявление на Авито и посмотрим, что будет. Просто даже не будем никого обзванивать, а сделаем объявление на Авито и посмотрим, какой будет итог, позвонит кто-то, либо не позвонит. Если даже вот эти 4 лотка заберут у нас, грубо говоря, по 150 рублей, то у нас практически окупится наша покупка, и следующие еще 8, получается, лотков можно будет продать уже себе в плюс, на которые можно будет закупить новые и так далее, и так далее. Но я сделаю маленечко по-другому, да, посмотрю, как этот, то есть сейчас этот набор был приобретен для того, чтобы мне изучить первоначально этот процесс, о том, как это все делается, как это выращивается, как это всходит, то есть весь сам процесс. Ну, а дальше, соответственно, я уже закуплю большее количество лотков, семян, ну и, соответственно, буду высаживать большее количество и делиться с вами своими успехами, как все это растет, как продвигается мой маленький, но все-таки бизнес. Я, наконец-то, решился в свои практически 35 лет. Сегодня 30 января. Вот в этот день я еще решил бросить курить, употреблять алкоголь и приобщаться к здоровому образу жизни, потому что это очень важно, так как моя продукция, она для любителей здорового образа жизни, полезности, ну, соответственно, витаминов, минералов и всего прочего. Позже я расскажу о каждом продукте более подробно. Все, всем хорошего дня, до встречи!